διότι ωραν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Прочь! Прочь! Ты что делаешь? Ах, да, хай! Ну! Ну!
Пошли за тобой, Неджай! Я вас прикрою, не обшите их. Я дам сигнал. Что ты делаешь? Именем Геннадия я уничтожу тебя! Я втопчу тебя в грязь! Умри! Я разомлю тебя! Защищайте Кирия! Ты не пройдешь! Задержите! Задержите! Я все сделаю! Держимся вместе! Что? Плечом к плечу! Умри, ничтожество! Дороги! Дороги! Релу! Ена Арен
охранять нашего неба! С дороги! Дорогу! Там что-то есть. Уже близко. Я помогу. С дороги! Эй, стоим стеной! Время вышло! Держите, держите! Я все сделаю! Защищайте Кири! Я! Отвлеките противника! Я прорвусь! На куски порву! За дело, братья! Ключ с изображением Ока Гора. Что он открывает? Сиджирьет. Shut up!
High position, Gerech. Da, bo. Knum mes ni ojedianch. Где проклятая девчонка? Ты, Неп, молод и крепок телом. Как раз то, что нужно. Тут прилетел почтовый голубь. Руя пошла за ним, но я-то ее знаю. Небось, строит глазки мастеру по оружию. Если увижу... Забудь о ней. Мне нужно письмо. Беги к голубиной башне, возьми его. В эти дни для нас важны любые вести. Да, хорошо. Я постараюсь. Вакех мено. Нун эс хеде. Голуби сильно шумят. Что их встревожило? Дурной знак. Что случилось с этим углем? Здесь тебе не место. Элий похоронит тебя должным образом. Бедная. Ты не умела делать этот прыжок. Во что ты ввязалась? Звери в людском обличье охотятся на беззащитных. Мы не можем покорно склонять голову перед шакалами. О, боги! Руя! Но как? Ее сбросили с голубиной башни. Письмо. За что ее убили? Это знак Димноса, нашего мастера по оружию. Откуда он здесь? Скоро я все выясню. Руя, бедная. Да примут тебя поля и Алу. Димнос, я ищу Рую. Какое мне дело до этой глупой девки? У нее был твой знак. А? Ну, одной грязной египтянкой меньше. Забудь о ней. За что ты убил ее? Да я и не собирался. Просто хотел проучить ее за дерзость. Она отказалась читать мне письмо. Признайся во всем Пелию. Тебе хочется разделить судьбу Руи? Глупый египтянин. Я могу преподать тебе тот же урок. Ну, давай! То самое письмо. Бедедук, ани хайет. Виновен Димнос? Да.
Он убил ее ради убийства. За презрение к жизни других он заплатил своей. Бессмысленная трагедия. Она была умницей и такой доброй. С дороги. Хватит стенать, тетя. Ты только разозлишь бегемотов или привлечешь бандитов. Это? Нэп, ты вроде силен и на вид бесстрашен. Не поможешь крестьянину? Твоего друга убил бегемот. Да, и они убили многих в ярости. Вчера на нас напали разбойники. Они потревожили бегемотов, и те пришли на наши поля. Видно, богам плевать на нас. Пока бегемоты здесь, мы не сможем собрать урожай и упокоить мертвых. Я помогу с погибшими. Занять позиции. Эй, что? Я вас прикрою, не... Мы сильнее. Ах, тут чомусь є ще він. Занять позиции. Яла. Ян Херо Немми. Ханичин. Стоим стеной. Оружие под рукой. Прикрываю. Так, пошли. Ты не пройдешь! Плечом в плечо. Крыса. Отвлеките противника. Я прорвусь. Я выпаду. Отвлеките противника, я прорвусь. Эми сиджирьет. Нешени себдаабу. Чену тепі! Багань бак! Кну месні у джеріанг? Oh.
Охранять нашего неба! Что? Я вас прикрою, Неб! Дороги! Что? Ты держишь? Беда, похоже. Я убью тебя! Да! Жем эне нису! Бедный брат. Это не Микет. Нет, не он. Я бы помог, но я не смогу справиться с бегемотом. Это Микетр? Не он. Это сын брата моей жены. Он...
свет. Пенкеку. Мой бедный Микетр. Он пропал. Кажется, последний. И Микетра среди них нет. Что мне теперь делать? Спасибо, Неп. Их души обретут покой. О ком скорбит твоя тетя? О защитнике. Храбром и сильным, как ты, он прогнал бы свирепых зверей и убил бы бандитов. Боюсь, теперь никто не сможет нас защитить. Похоже на то, что весь Египет проклят. Где логово бандитов? Тут есть каньон. Я бы отвел тебя, но там слишком опасно. И кто-то должен заняться мертвыми. Конечно. Я дойду сам. Их называют вечно голодные. Да хранят тебя боги. Эй, что? Это дельная мысль. Давай поймаем детенышей бегемотов и натаскаем их. Только представь себе лица этих крестьян, когда мы нападем на них с берега верхом на боевых бегемотах. Представь свое лицо, когда тебя сожрет бегемот. Вечно против моих. От меня. Вот ты где. Что? Эй, что? Тебе здесь не рады. Эй!
Попробуй это. Он мой! Мне стыдно убивать такую слабую жертву. Могу стрелять! Вижу цель! Убью! Подстрелю! Есть что-нибудь? Что нашли? О, ничего. Так, оружие наготове. Освободи меня! Сейчас я тебя вытащу. Скорее, здесь полно бандитов.